Традиция отмечать рождественский праздник в детском саду «Солнышко» зародилась около 10 лет назад. Инициатором православного воспитания в саду была воспитатель Татьяна Викторовна Костюнина. До каждой клеточки своей души, пропитанная этой идеей. Но и после ее ухода из «Солнышка» работа продолжилась, принося добрые плоды. Все эти ребята занимаются в православном кружке. Милане Алешиной досталась ответственная и красивая роль – роль ангела. Я помогала зачатам, которые искали звезду. Получилось тебе помочь? Да. Дети, которые посещают этот кружок, они становятся намного добрее, терпимы. Это наши дети ходят в храм, тоже показывают для прихожан в храме свои спектакли, участвуют в конкурсах, которые проводятся, посвященные Рождеству Христову и Пасхе, предоставляют работы. И, в общем-то, у нас очень хорошие деловые отношения с этим храмом. Надеюсь, что они будут еще долго продолжаться. Речь идет о Никольском храме села Ермолино. Отец Виктор, настоятель храма, частый гость у дошколят. Вот и сегодня он в первых рядах зрителей и один из тех, кому ребята приготовили красочный пряник в подарок. Даже в подарке чувствуется вот эта любовь, вот это вот трепетное чувство, в котором ребенок воспринимает этот мир. И, конечно, этот подарок удивительно. Ангел с Вифлеемской звездой займет достойное место вот в нашем храме. В представлении также участвовали бывшие воспитанники детского сада. Кто-то учится в школе, кто-то уже совсем взрослый, но остается верным традициям дошкольного учреждения. Зрители, а это в основном мамы и бабушки, считают важным православное направление в развитии своих детей. Надо приобщать детей к православной культуре. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.